Вітаю всіх, хто дивиться «Перший міський». Мене звати Іван Дучак. Це проект «Інтерв'ю дня». Сьогодні до нас завітали мешканці 36-го будинку по вулиці Дніпровське шосе, які власноруч змайстрували дитячий майданчик. Я вітаю Наталю та Михайло Левіни у нас сьогодні до студії. Завітали. Доброго дня. Доброго дня. Ну, давайте, напевно, почнемо. З чого все починалось? Історія дуже інтересна, тож цікава. Слово вам, Наталя. Началось все у нас ще 2 роки назад. Мы родили ребенка, так. И надо было с ним где-то гулять, выходить. А так как ближайшая детская площадка у нас находится на Ласточке через 4 дома, нам было неудобно. Потому мы с жителями дома, с молодежью начали общаться по этому поводу и решили обратиться к нашим, к ЖЭКу, к партиям, кто нам бы мог помочь поставить хотя бы несколько качель, поставить горочку, ну, с какой-то помощью. Ну, перша причина – це незручність, так? Да, незручність, ну, мы не могли ходить через 4 дома, надо и кушать, приготовить ребенка, помыть, ну, то есть, как бы, куда-то идти, если есть рядом дома такая шикарная площадка. Я правильно розумію, що територія була? Да, територія була. Она огромная. Огромная территория, которая пустовала, где ставили просто автомобили. Раньше там колись была детская площадка, но ее... Но мы ее уже не застали. Присоединили, да, и убрали, да. Растащили, разворовали. И вы взяли инициативу до своих рук, и кто вас поддержал? Вы знаете, поначалу, вот как у нас начиналось, это было 2 года назад, мы, нас было несколько мам, человек 6-7, мы, ну, как обговаривали по-женски, да, вот бы нам мечтали, вот бы нам эту площадочку, вот бы эту качель. Да, тоже с детьми, так как у нас очень много деток. И когда мы говорили, ну, в принципе, мы понимали, что мы узнали, сколько стоит качеля, мы понимали, что мы это купить не сможем и поставить своими силами не сможем. Мы начали обращаться, ну, к партиям, к ЖЭКу, везде мы кричали, говорили, да, где мы могли. Но нас, к сожалению, никто не поддержал, куда бы мы ни обращались. А в этом году у нас было в апреле, в мае было озеленение дворов. И когда у нас попилили деревья, и там были прекрасные бревна, ну и тут, как говорится... А расскажите для тех глядачей, которые нас слушают, что сейчас на этой территории? Ну, результат праці ваш. Ну, результат у нас шикарная детская площадка. У нас стоит домик, который сделан своими руками. У нас есть мельница, у нас есть колодец, у нас есть карусель, у нас есть двухместная качеля, у нас есть гойдалка, вот такая. И у нас огромный замок. И песочница, которая открывается и закрывается. Ну, это майже неймовірно. Кто допомагав? Михайло, я так розумію, що ваші сильні руки приклалися до цього всього, не тільки ваші, і, ну, підтримка чоловіча була? Ну, конечно, ті, хто мог, ті виходив і помагав, і робив, допустим, домик, робив ще один чоловік, ну, наш кум, він сам зробив цей домик, привіз, поставив його з обзьола. Опять-таки, цей ж обзьол він закупав, привозив. І большой, как вам сказать, і в основному він це робив за свої деньги. Тобто у них нічого нету діток, вони планують таких тільки діток. Но, тим не менее, вони на будущее, вони вже зараз, вони смотрять, він говорить, що, ребят, я зроблю, пусть це буде. Пусть это будет деткам, и мои детки тоже там будут. Ну, на яку кількість дітей, так? Ну, в данный момент, я вас поняла, в данный момент у нас не меньше 50 деток, которые гуляют ежедневно. Я так розумію, з других будинків вже приходять. Да, з той самой ласточки, вони йдуть на свою площадку, приходять до нас, бувають з автовокзала, даже приїжджають до нас, щоб погуляти на нашій площадці. Весь частний сектор у нас гуляє. Да, тому що, ну, у нас тихенько, спокійно, как бы, у нас дом живий. Он просто живой, вы не поверите. Дуже, они... дуже хорошая, я верю. Энергетика дома. Та не энергетика, блин, дома. Я имею в виду, что уборщица, она прекрасно дуже убирає, каже, чисто там постоянно. І за майданчиком хтось слідкує обов'язково. Ну, з ЖЕКа дівчинка, що убирає, вона як би... Як, все ж таки, на все повинні витрачатись кошти, отже скільки і як ви їх збирали?
Ну, это, этим занималась я. Смотрите, когда мы были деревья, ребята эти деревья обчистили, они их забетонировали, на это у нас как бы мы своими силами. Маленькая пауза. То есть, тобто ЖЭК. Нет, не планово. Да, ЖЭК планово. И то обратились ЖЭК. Вырубка дерев. Да, мы обратились в ЖЭК. И буквально мы их изнасиловали, по-другому я не могу сказать, по поводу этих деревьев. Потому что у нас должно было 2-3 дерева. Да, 2-3 дерева должны быть спилить. Но мы стояли. Утилизировать, просто выкидать их или продавать, или куда-то они их это сами попросили оставить их у нас в дворі. Мы сами с ними все разберемся. И мы с этих бревен, с этих деревьев. Пацаны попросили, чтобы они под інше їх робили. Тому що ми укорачувати ми будемо самі. І вони так, як попросили, так вони нам попиляли їх. И мы с этих деревьев, получается, так. Ребята начали смотреть, что они могут сделать. Тут уже сели наши бравые мужчины, они посмотрели, что они могут сделать, и начали уже рисовать. А вот это вот мы сможем, а на вот это надо столько денег. Ну и каждый достал, кто 100 рублей, кто 50, кто 200, достал и говорим, ну вот на вот это мы можем сейчас себе позволить. И вот каждый с кармана это достал, и вот, вот так у нас началось. Я так понимаю, что были небайдужі люди, которые даже не для себя... Да, у нас есть такие люди. Подключался до этого проекта и тоже помогал. Как вы... Ну, как вы можете оценить действия этих людей? Вы знаете, тут такая к ним благодарность, и только из-за этих людей мы сейчас к вам пришли, потому что они... у нас есть такой Сергей, который, он уже ему лет 50. Он уже на пенсии, у него взрослые дети, у него взрослые внуки, но тем не менее, он помогал нам найти технику, которая делала ровно, расчищала нашу площадку. Он помогал нам с металлоконструкциями, он мог за свои деньги пойти, он молча взял, купил какой-то материал, говорит, ребят, вот возьмите. Вот так же само у нас есть Евгений, который, у них еще нету деток, они планируют, но тем не менее он приходит и говорит, ребят, я знаю, что есть там обзел, стоит он там столько-то, я могу его привезти. На своей машине привозил. Он грузил, он привозил, он доставлял. Еще у нас есть такие, да, инструменты. Есть у нас человек, это Александр, у них трое деток, у них двойняшки. И вот он тоже на своей машине, он поехал, привез, доставил, разгрузил. У него спина больная, но тем не менее, со слезами он это все грузил, он все это доставал, он все это делал. То есть вот таким вот способом. А там, где денег у нас не хватало, просто-напросто тут уже люди видели, люди посторонние, даже те, которые пенсионеры, они видели, что мы делаем, они настолько были в восторге. И та бабушка, которая пенсия 1300, она приходит и говорит, Наталочка, на, тебе 100 гривен, бо це благое дело, потому что дом живой, вы его оживили. Вот. Михайло, ну це ж повинні якісь проєктні роботи проводитись. Чи є у вас якийсь досвід? Ну, ніяких проєктів роботи не було, все робилося. Ну як, відкрили інтернет, почали дивитися, які є дитячі площадки. Ну і вибирали, що то як-то совмістити з усіх одну. Почали одне діяти, потім прийшло, давайте ще це ось додамо, а це тут додамо, а це не будемо додавати. Ну, якби в процесі роботи воно все якось так і приходило. Ну, я так розумію, що тим результатом, який ви отримали, ви задоволені. Ми задоволені, але ми не останавливаємося на цьому. Я от так хотів підвести до цього питання. Що далі? Чем далее будет довувати 36-й будинок по улице? Ну, сейчас, вы знаете, у нас есть прекрасный управдом, который низкий поклон ему. Ему нигде не платят, ему нигде ничего не дают, но тем не менее он идет, он свое время, он тратит на меня. Если я там надумала, я ему звоню, ему приходится брать трубку, потому что звоню бесконечно. И мы как бы с ним идем, и мы ходим дальше по партиям, мы дальше пытаемся что-то добиться. Еще что потребно? Вот сейчас, вот смотрите, мы с ним пришли к госпоже Салащенко, и она нам пообещала материальную помощь. Она нам пообещала, что она поможет нашему дому, потому что мы хотим сделать спортивный комплекс. Брусья – это для деток, которые немножко старше. Они, ну, для маленьких мы сделали, а те, которые 10, 11, 12, им уже скучно. И как бы развивать мускулатуру и все остальное, потому, ну, у нас это все в проекте. Я надеюсь, она нам поможет.
Ну, ми теж сподіваємось, тим паче це все, як то кажуть, во благо, так? Да, да. Далі, взагалі, як сплотився ваш будинок після того, що як роботи були завершені? Замечательно сплотився. Ви знаєте, у нас таке кількість друзів, ми всі друг друга знаємо, ми тепер всі, у нас не треба нікого звати. Ви знаєте, от виходить Міша на вулицю, і тут за Мішою хтось бачить, що він вийшов, тянет цю переноску і приходить уже Виталя, у которого тоже трое деток, у которого работает постоянно. Но вот он молодец, он все эти деревья, он молча, никогда никого не надо звать, он молча выходит, и он начинает эти деревья, он собственноручно, каждую обзелинку, каждое дерево он это все обчистил. И потом за Виталий спускается, дальше идет, у нас есть Федор, тоже он электрик от Бога, и он тут же несет инструменты, и он тут же идет же. Ну и тут же у нас есть Николай, который работник, кстати, ЖЭКа, которому, в принципе, все равно, но он тоже, он идет, и у нас выходит, на выходном всегда нам выходит, помогает, подсказывает. Кстати, вот когда мы обратились в ЖЭК, нам не помогли. Вот и мы обращались на горячую линию, у нас было 24... Что вы сказали? Сейчас я объясню. У нас было 24 звонка от жителей нашего дома, вот тех, которые с детками. И мы обращались и просили детскую площадку. На что нам пришло официальное, нас собрали и объяснили, что долг, есть задолженность по дому, и никто вам ничего делать не будет. А до чего вот есть, а у них на все ответ только заборгованность, долг. Да. Что есть все. Долг, и вы извините, мы вам помочь не сможем. Вы знаете, и шла, ходила, управдома брала с собой, он и нам пообещали самое большее, что привезут песок и поставят несколько турников. Но песок мы добились, турников мы так и не добились. Но хотя скажу, что вот Николай, он молодец, он как-то тихонечко он шепнул, что а вот там вот стоит карусель, которая уже никому не надо и которая уже она непригодна, в принципе. Ее с парка там, ну, уже как металлолом загрузили. Мы, знаете, начальницу уговорил, чтобы отдать там под реставрацию, мы отреставрировали. И мы ее отреставрировали. Отвезли на завод, вот наш, я говорю, Александр, Рабелы. Да, и мы, и он отвез, наш Сергей это вот сам сделал, и мы ее привезли, ну, и мы ее установили. Подвозил Александр на своей машине, да. Сергей делал, привозил ее так само да, назад. Да, и вот, вот так вот, грузили и у нас сейчас... Да, и у нас сейчас около 30 человек, вот, которые вот такой вот костяк. И сейчас вот доходит до того, вот у нас последнее, что мы сделали, у нас мусорные баки, у нас очень плохо заезжали, выезжали скорые грузовые машины к дому. Вот когда заезжают, и они все время цеплялись за мусорные баки. Вот ребята полностью взяли, наняли трактор, расчистили, поставили туда плиты, убрали эти баки. Звідки стільки часу? А часу нема. Это все здесь... вечером. Это вечером. Это вот муж работает 1.48, кто-то вышел, кто в смену. Кто на выходные. Да. А сейчас мы хотим поставить лежачие полицейские. И ребята вот сами выходят, вот мы сидим на лавочке, мы каждый день вечер гуляем. Ну, мы еще покамись, потому что это очень проблематично, как бы обращаться в ГАИ, они потом дают заяву на исполком. А там должна быть там, сессия. А там, когда у них там та сессия будет, когда они разрешат, подумают, а надо ли он там действительно. А у нас возле площадки дуже багато дітей, які катаються на роликах, ролики, на скейтах, машинки. На велосипедах. Не є таке відчуття, що простіше самому зробити, чим Чогось чекати? Звісно, є. Є, тому що ми, в принципі, нічого. Ми ж робимо самі це все. Якщо глобальніше подивитися на цю проблему, то скільки в нас таких, таких будинків, де багато. Вже застаріла везде, майданчики? Везде, да. Ну, що б порадили цим таким людям? Ви знаєте, коли я це почала, мене підтримали всі. Вот вся команда, все девчонки, ребята, поддержали все. Даже были такие люди, которые шли с других домов и говорили, а можно мы вам дадим деньги? И вот они приходили и давали. Ну, мы типа каждый день на работе, пойти помогти мы не можем. Мы не можем. А грошей дать мы дамо. Потому надо кому-то быть лидером, кому-то это надо организовать. Люди сами придут. У нас очень много ребят, которые приходили с 42-го дома, с 40-го, папы. Вот они приходили на площадку погулять на с детьми. Полдня. Ну, все равно да. Помогали. И они видели это все, и они останавливали и говорят, ребят, ой, вы тут строите, а мы сейчас придем, и мы сейчас вам поможем. Я сейчас пойду переоденусь, что взять? Дрель надо, перфоратор, что надо, гвозди, у меня там краска есть. И вот, вот так вот они приходили это делать. Как вы оцените вчинки этих людей, которые
просто так на якоїсь ініціативи управляли, щоб зробити цей майданчик? Ну як, ну тільки хорошо, ну ясно, я восхищена ними, просто восхищена. І вони, ну молодці, вони тільки вот этим, вот ребята, вот этим, вони дають стимул, вони дають, щоб ми продовжували. Угу. Не спитать не можу, як діти відреагували? Ой, дуже хорошо, дуже. У нас таке кількість дітей. Писк стоїть такий, що і до 10 вечора, буває до 11. Да, дети не хотят уходить, со слезами родители их с детской площадки убирают, говорят, уговаривают, и с утра они обратно у нас. Ну, то есть у нас дети теперь не выбывают на детской площадке. Такое такое чувство, как на море дома. Песка в квартире. Да, да, да. Я вас тільки можу поздоровити з цим, ну, святом, святом вашого будинку, з вашим святом та всіх мешканців вашого району та вашого будинку. І успіхів вам подальше, не зупиняйтесь, у вас все виходить. Ну, дякую. Ми стараємося. Дуже дякую. Большое. Я нагадую всім нашим телеглядачам, що мешканці 36-го будинку по вулиці Дніпровське шосе, які власноруч змайстрували дитячий майданчик, були у нас в студії. Мене звати Іван Дичак, залишайтесь на першому міському. Побачимось.